В региональном парламенте прошло очередное заседание Совета, в ходе которого на повестку дня вынесли 7 вопросов. Один из главных – внесение корректировок в закон о флаге Ингушетии. Как отметил председатель профильного комитета Муса Гарчханов, в этих изменениях они предлагают законодательно обозначить правила использования республиканского флага на различных праздничных мероприятиях. Было выявлено ряд пробелов в данном законе и решили устранить пробелы и усовершенствовать закон путем внесения соответствующих изменений. Какие изменения предполагаются туда внести? Это в том числе и размещение флага на зданиях органов исполнительной власти. То есть мы более уточняем, на каких зданиях можно размещать государственный флаг, также на каких мероприятиях может быть использован государственный флаг. То есть он у нас на сегодняшний день фактически как бы используется на мероприятиях, но нормативно это не было уточнено.